каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнин с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала «Знакомьтесь, Боб». И называется оно «Что готовит Боб со шрамом?». Понимаю, это видео для того, чтобы сделать какое-то сюжетное сплетение. И дайте же смотреть, хоть оно короткое. Поехали. Окей. Куча всяких чипов, гаечек, робот. Боже, так оказать этот кристалл Sims мне сразу напомнило. У меня детство с Sims связано, у меня сестра играла в Sims, и поэтому сразу как-то ассоциации с ним. Окей. Возможно, он готовит какое-то робонападение на корпорацию и хочет освободить Бобов. А возможно, он просто хочет прекратить вообще создание новых клонов. И вот тут пока непонятно. Надо будет ждать, надо будет узнавать. И ваши догадки, и просто какие-то мысли пишите в комментариях. Мне очень интересно будет послушать ваше мнение, ваши догадки. Возможно, вы что-то заметили, тоже чего не заметил я. Вполне возможно, не супер внимательный человек. Я это замечал всегда. И единственное, что я вот заметил, то, что кристаллы реально похожи на, знаете, эту штуку на Sims, которая есть. И все. Ну, еще какие-то роботы. Интересно. Сюжетище. Это не совсем тот Боб, который мы привыкли видеть, но мне нравится, в какой стороне он клонится. Поэтому ждем. Ребята, ссылочка на оригинальное видео в описании. Если вам понравилось, то подписывайтесь на вас, знакомьтесь в Боб-канал. Если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня. Пишите, опять же, ваше мнение и все теории, которые вы думаете о Бобе в комментариях. Будем думать, будем размышлять, что случится. И будьте молодцами там. Всем удачки, всем пока.